Всем привет, вы на канале Boomcat, и сегодня я буду играть на Кристалликсе в режим битвы строителей. Как всегда, заварите чаёчек, кофеёчек. Антона мы никогда не слушаем. Я понятно объясняю. Погнали. Так, игра у нас уже началась. Чё у нас тут? О, дерево. Я думаю, дерево будет очень легко построить, как бы. Выбираем дерево в итоге. Так, сразу же берём дёрн. Как пол мы выбираем дёрн. Да. Теперь мы выбираем... Там такие блоки классные были. Вот, берем вот такие штуки. Нет, даже ствол мы делаем из обычной. Сначала нам надо сделать просто куб вот примерно вот такой. Дальше уже будем его как-нибудь там предукрашивать, что-то еще с ним делать. Короче, всякие махинации. Так, дальше вот, я думаю, вот так делаем. И вот тут еще можно как-нибудь вот так. Так, ага. Делаем вот так. Так, вот такой первый корень. Так, классно, что у нас времени достаточно. Слушайте, пока что это похоже на пенек такой в лесу. Во, кстати. Так получше смотрится. Даже, наверное, тут так сделал. Уже знаете как? Вот, вот так. Так классно смотрится. И вот тут один корень еще. И вот так, вот так. А тут вот такой полублок. Так, корни, в принципе, готовы. Я беру муку. Мука. Вот так немножко тут засеиваю. Всякой травкой. Цветочками. 4 минуты, нормас. 4 минуты, это прям хорошо. Как бы когда дерево надо было рисовать. Вот так закладываю. Блин, хочу, чтобы все ровно было, но также хочу успеть. 3 минуты у нас. Так. Делаю еще такой вот столб. Делаем последний штрих. Отсюда будут ветки как бы идти. И вот так. Так, пока что это какой-то непонятный конус, но сейчас я его сделаю, я его превращу как-нибудь в полноценный такой нормальный... Ну, что-то нормальное, короче. Вот сюда. Возьмем такую и такую. Концерт кишлака тут! Концерт! Я не знаю, ну... Это смотрится как-то, ну... Ну, как-то не очень. Я думала, это будет смотреться хотя бы получше. Ё-моё, почему за меня начали? Ну, блин. Слушайте, если в чате сейчас что-нибудь начать... Ну, не надо писать в чате что-то. Ну, вроде пишут все нормально, наверное. Не вижу у кого. Ну, ты как бы... Ну, не надо. Я бы не сказал, ё-моё. Ну, я буду сравниваться со своим. По сравнению с моим, как бы, во столько времени можно было получше уложиться. Это, ну, плохо. Типа, я то стол... Ну, это так... Ну, это жопа какая-то, ну, согласитесь. Кто это? А, это вот этот делал. Ну, да. Слушайте, если вот этому поставят какую-нибудь хорошую оценку... Не, ну, похоже на моё, но оно маленькое. Ну ладно, поставлю нормальное. Как бы. Вроде классно. Да. Корни тоже. Фу-фу-фу. Тут больше как...
поставили оценку ужасно, когда я поставила оценку ужасно. Не, это, кстати, нормально, мне нравится, мне понравилось прям. Даже хорошо я бы поставил. Прям классно вот это вот снизу такое, типа это более... Такой вот саженец из джунглей, там деревья. Так, вот это... Это смотрится классно. Это нормально, нормас. Это смотрится классно. Да. Не, даже, блин, это хорошо, это круто. Что? Что это такое? Ну, слушайте, мне как-то... Не знаю, как вам, но мне как-то вообще не нравится. Типа, ну, нет, это не ужасно, это плохо. Это плохо, ну, как-то, ну, мне не нравится чисто. Ема. А это классно, кстати. Это прям суперски. Я поставлю хорошо, да. Так, ну, что это у нас? Это, ну, классно, хорошо. Суперски. И победил... О, я, кстати, на втором месте. Нифига себе. Классно. Что я на втором месте. 22 очка, кстати, с третьим местом. Я с местом почти сравнялся. Если что, третье место вот где-то там или там. Я не знаю, как там все определяется. Где-то, ну, короче, где-то там. Ну, а на этом я буду, к сожалению, заканчивать видео, потому что просто нету времени. Уже 10 часов, как бы, мне надо спать. Потому что, ну, вот, вы узнаете, почему мне надо спать... 8 часов, а не в 2 ночи. Вы это узнаете совсем скоро, как бы. Да. Антона не слушайте, меня уважаете, как бы, ну, меньше, чем Антона. И, ну, что могу сказать. Пока!